Продолжаем рассказ о первом русском аниматоре Владиславе Старевиче. Ну вот этот человек прожил счастливую, по-моему, жизнь. Счастливую, потому что он занимался любимым делом. Это независимо от того, конечно, чем человек занимается, лишь бы он любил свое дело. Владислав Старевич обожал розыгрыши. Его все любили в фирме Ханжонкова. И вот на празднике Рождества в 1912 году, когда собрался весь цвет тогдашнего российского кинематографа, показывали фильмы, произведенные этой фирмой. И вдруг, совершенно внезапно, по экрану поплыло огромное желтое пятно. И началась паника. Все подумали, что это пожар, потому что кинотеатры раньше горели не хуже, чем сейчас, как спички. И публика, вся в панике, побежала к выходу. Но тут вышел киномеханик, заинтересованный этой паникой, и сказал: «Да что это такое? Куда это вы все бежите? Ничего же не происходит, никакого пожара нет». В конце концов выяснилось, что это шутка Владислава Старевича, потому что он нарисовал этот пожар прямо на пленке. Это была первая попытка цветной мультипликации анимации. Владислав Старевич успешно сотрудничал с фирмой Ханжонкова. Его анимационные фильмы прославили Россию во всем мире. Один из самых знаменитых его фильмов «Стрекоза и муравей» был показан царю Николаю II, получил его высочайшее одобрение и был подарен царевичу Алексею Николаевичу. Этому фильму была устроена мировая премьера в Палас-отеле в Копенгагене. Из фильма было сделано невиданное по тем временам количество копий – целых 140. А фильм всего длиной в 5 минут 30 секунд. Этот фильм потряс весь мир. Знакомый с детства басня Крылова, любимая басня. Трудолюбивый муравей, как говорят нынче, в полном порядке, а легкомысленная стрекоза не удел. Однако мораль нашей жизни сильно отличается от морали классика, и очень часто трудолюбивый муравей оказывается на задворках жизни. Да, так оказалось и с самим Владиславом Старевичем, автором этого фильма, который закончил жизнь в эмиграции, во Франции, куда уехал, вынужден был уехать в 1920 году. Thank you.
На первых порах его жизнь и карьера там, во Франции, складывалась вполне удачно. Да иначе и быть не могло, ведь он снимал свои любимые кукольные фильмы. Вообще удивительно, как на заре кинематографа, не имея никакой школы, можно было делать такие чудеса. Его первый фильм во Франции «В лапах паука». Как можно было так точно и с такими подробностями все это изобразить, а мало того изобразить, все сыграть, ведь в фильме движутся не только персонажи, но ведь и глаза, и рты, и они же разговаривают. Главное волшебство в фильмах Старевича – это его актеры. Но актеры – это не живые люди и даже не куклы. Хотя на самом-то деле, конечно, это куклы. Но куклы-то живые. Они, смотрите, они гримасничают, выражают любое настроение, состояние. И им это подвластно. Все, что подвластно живому актеру. Да почему, собственно? Потому что управляет ими создатель, настоящий художник. И в чем же секрет этих лиц? Из какого материала это сделано? До сих пор никто не знает, потому что этот секрет Старевич унес с собой. Старевич снимал насекомых маленьких, такими, какие они движутся в природе. Просто они изображали сцены из человеческой жизни, скажем так. А тут он как будто бы объектив поднес вплотную к лицам, маскам этих насекомых. Причем насекомые стали мимировать, улыбаться, дышать. Это было жуткое зрелище, жуткое и интересное. И зрители, с одной стороны, очень удивились, но с другой стороны, были шокированы, потому что отчасти это напоминало то, что сейчас делают в фильмах ужасов. И Старевич отказался от этой своей линии, хотя первый фильм «В лапах паука» был замечательно пародийный. Он опять пародировал современное кино 20-х годов. Старевича называли типичным кустарем, правда, не вкладывая в эти слова какого-нибудь дурного смысла. Этот момент очень важен для понимания его творчества. На современном языке его работу можно было бы назвать семейным подрядом. Потому что сначала ему во всем помогала его жена Антония, а позднее ему помогали его две дочери – Ирина и Янина. Вот Янина. Они все делали сами, сами снимались. Дочь Янина стала главной героиней многих его фильмов. Сам Старевич говорил, что иначе было бы трудно сохранить единое стилевое решение и характер движения персонажей, если бы использовать чей-то другой труд, потому что и характер другой труда. Да и, кроме того, было бы для них лишним расходом. К сожалению, у Старевича не осталось учеников. Тем временем Кустарей вытесняла киноиндустрия. Старевича приглашали поехать в Америку, однако он боялся порабощения. Но все же американское кино нашло отражение в пародиях Старевича. «Любовь черная и белая» с персонажами американских вестернов, мюзиклов, комических лет и даже с самим Чарли Чаплином. Это были настоящие шедевры. За свой труд
Старевич получил высшую в те времена кинонаграду – золотую медаль Розенфельда, своеобразный «Оскар» 1925 года. В принципе, аниматор вот, является как бы создателем, как бы маленьким Господом Богом вот, для тех персонажей, которые он двигает в кадре. И он может с ними делать действительно все, что угодно. Потому что режиссер анимационного кино совершенно не зависит от, предположим, болезни актера или от плохого характера актера, который может отказаться от съемок. Все зависит только от него самого. Ходили всякие немыслимые дикие слухи о том, как он там дрессирует насекомых, как он дрессирует вообще неизвестно что, чуть ли не связано с сатаной и так далее. Но это, в общем, конечно, это игра такая, нельзя сказать, что игра с чертом, игра с дьяволом, но все равно игра с тем, чего не существует, она все равно достаточно интересная, достаточно, ну, опасна, что ли. Ну, по крайней мере, опасна, наверное, для собственных нервов режиссера, который вполне может спятить со своими куклами. Ну, конечно, не грех в своем же фильме и самому сняться. Вот видите, это сам Старевич, который играет в фильме «Пугало». Первый полнометражный фильм, анимационный, кукольный, был сделан руками Старевича и его дочери Ирины. Хотя в истории записано, что первый фильм вышел фильм нашего режиссера Александра Птушко «Путешествие Гулливера», но над этим фильмом работала целая студия, а там был маленький домашний цех. И фильм этот назывался «Рейн и Келис» или «Роман о лисе» по мотивам произведения Гёте, где было очень много персонажей, сюжетов. Фильм снимался 10 лет. Сначала был снят немой вариант для немецкой студии, затем был переработан несколько, сделан более игривый вариант такой в сюжете «Фаблио» для французской студии. Он был уже озвучен в конце 30-х годов. И фильм получился тоже удивительным. Это слово очень часто повторяешь, когда говоришь о творчестве Старевича. Кукол пришлось ему сделать неимоверное количество для разных сцен, например, для сцен общих. Это были куклы размером от 3 до 10 сантиметров. И эти же персонажи, он делал куклы в рост человека и уже с ними разыгрывал сцены. И это подлинное произведение искусства, шедевр не своего времени, а шедевр на все времена кукольной анимации. Der Kater hört, wie die Harfe schlägt und unschuldsvoll die Kunst der Töne pflegt. Ein Katzenpaar, das spielte Katz und Maus. Der Kater war auf Zärtlichkeiten aus. Seufzte, oh mein Mäuschen, ich liebe dich sehr. Das Drama nahm den vorgeschriebenen Lauf. Sie fraßen sich vor lauter Liebe auf.
Любимым фильмом французских ребят стал фильм о приключениях маленькой собачки Фетиш. Эту собачку шила бедная женщина. Она плачет. И вот слеза упала на грудь плюшевой игрушки и оживила ее. Игрушка понравилась больной девочке, однако Фетиша на следующий день увезли на продажу. Но маленький Фетиш не забыл о больной девочке и раздобыл ей замечательный апельсин, пройдя через ужасные испытания. Пересказывать этот фильм бесполезно. Мы даем возможность нашим ребятам посмотреть этот шедевр, после которого о Старевиче заговорили как о новом Диснее. В 1956 году наш знаменитый режиссер Иван Петрович Иванов-Вано посетил Владислава Старевича в его маленьком двухэтажном домике в Фонтене-Субуа под Парижем. Он писал так. «Дверь тихо скрипнула. К нам вышел маленький, как гном, человечек с добрыми голубыми глазами. Прожив столько лет в Париже, Старевич почти не говорил по-французски, не желая забывать русский. Пришла его дочь. По обстановке было видно, что живут они бедно. К счастью, захватили мы с собой шоколадные конфеты Мишка Косолапый. Старик был страшно тронут. На глаза его навернулись слезы. Мы спросили, в чем секрет ваших кукол? Он мягко улыбнулся и ответил. Секрета особого здесь нет. Это все труд
большой кропотливый труд. Владислав Старевич мечтал работать с русскими аниматорами, но, к сожалению, этой мечте не дано было осуществиться. Ну что ж, вот такая вот замечательная ностальгия. Когда человек не плачет о прошлом, а делает веселое, жизнерадостное кино для тех, кто находится рядом с ним, для тех, кто будет после него. Он не один такой. Есть еще и иные мастера, уехавшие из России в те времена, как, например, Александр Алексеев, тоже наш российский гений. Но мы с ним встретимся, я надеюсь, что в следующий раз. И вы откроете для себя еще одного титана анимации.